заканчивается это Евангелие замечательными словами. Я бы хотел их прочитать. «И приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И сей, я с вами во все дни до скончания века». Извешено. Но после крещения учеба не прекращается. Учиться, учиться и еще раз учиться. Это библейское представление о том, как мы должны развиваться. Бог хочет, чтобы мы развивались. Поэтому не останавливайтесь на познании. Не останавливайтесь на исследовании Библии. Она настолько объемищая, настолько, что она имеет специальное слово греческое, которое присуще только Творцу Вселенной Яхве. Это агапы, любовь, которую человек не способен. А поскольку мы не способны на такую любовь, мы не можем ее понять. И на Голгофе, когда Христос повис между небом и землей за наши грехи, это было настолько проявление великой любви, что даже ангелы, у которых любовь не так, как у нас, «я тебя люблю», у них совсем это по-другому звучит. У них выше интеллекта, они более видят любовь, более знают. И то, когда увидели, что произошло на Голгофе, они удивились, просто удивились. Они поняли, что дна Божьей любви просто нет. Очень приятно. Читайте ли вы Священное Писание? Это источник истины и правды, который раскрывает нам характер Божий и Его любовь. В Библии написано, вот вода, если веруешь, что мешает креститься? Ничего, правда? Итак, мы сейчас начнем сам процесс. Спасибо, мы рады. Поцелуй маму и папу, поздравьте. Братья, брат. Поздравляю. Спасибо. Спасибо. Пусть Господь благословляет ваш путь с ним. Спасибо. Поздравляю. Поздравляю, Игорь. Особые ощущения есть, поделитесь. Да. Особые ощущения. Заново родился. Обнулился. От своих грехов. Начинаем с чистого листа. Ощущения очень хорошие. Мы рады, что это произошло рано утром на восходе солнца. Да, это красиво. Подарил душе покой.
долиною смертною темряви, я долиною смертної темряви, то не боятимуся, бо твердо знаю, що неодмінно ти поруч зі мною, кожну мить огортаєш любов'ю, навколо милість твоя. Не, ну самый главный миссионер в нашей семье это да. вот этот ребенок, да, чтобы вы понимали. Мы понимаем. Так это ее заслуга. Это ее заслуга. У нас скоро выборы, и мы решили руководителя миссионерского отдела пересмотреть кандидатуру. Она сама не понимает, что она делала, но она.